остается совсем немножко времени до главного поединка вечера, друзья. 12 раундов в бой. Эдуард Райновский против Кейта Абара, Япония. Эдуард Райновский, который на сегодняшний день владеет двумя титулами чемпиона мира. Это по версии IBF, Международная боксерская федерация, и IBO, Международная боксерская организация. Боксер, который совсем недавно завоевал эти титулы. Зал битком, ни одного свободного места, а люди продолжают подходить. Я думаю, сейчас все ступеньки на лестничных проходах будут заняты зрителями. Итак, наступает время главного поединка. Александр Загорский уже на своем месте. Главное событие вечера стартует прямо сейчас. Ladies and gentlemen, the main event of the evening starts now. Начинается праздничное такое представление, начало главного поединка сегодняшнего вечера. Два представителя международных боксерских организаций IBF и IBO в ринге. Ну и... Дамы и господа, Игорь Мазуров, наступил момент, который вы все так долго от России ждали. Также занимается промоутерская компания «Мир бокса» с гордостью представляет вам главное событие вечера. 12-раундовый бой за титул чемпиона IBF и IBO в первом полусреднем весе. И в синий угол добро пожаловать претендент из Японии. Ladies and gentlemen, please welcome to the blue corner the challenger from Japan, Keita Abara! Итак, нам представляют профайл, ролик, который знакомит нас с претендентами из Японии. Самообладание – это путь к истинному величию. Вот он, Кейта Абара, друзья. Надо сказать, что этот бой планировался сначала провести в Японии, но японская сторона не смогла выполнить некоторые финансовые условия, были назначены торги, и бой был перенесен в Москву для всеобщему нашему и вашему удовольствию, друзья. Итак, Кейта Абара выходит в ринг, а на комментаторскую позицию выходит Григорий Дрозд. Он присоединяется к нам, друзья. Здравствуйте, Григорий. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте, телезрители. Мы уже говорили о том, да, и Андрей Михайлович Родинский тоже в своем интервью сказал, насколько серьезно сегодня соперник у Эдика Трояновского. Знаю, что вы тоже такого же мнения. Борис Сергеевич, я тоже давал свои
слова по поводу этого боя, свои некие прогнозы. Я считаю, что для Эдуарда Тройноскова это самый важный соперник в карьере. Мне кажется, такого уровня, как японец, у него не было боев, не было бы соперников. Итак, выход с Эдуарда Тройноскова, друзья. Смотрим. Который родился в Сибири, а сейчас уже давно живет в прекрасном городе Орле и представляет этот замечательный город у нас здесь. Не только у нас, на всех своих боях. Сегодня, кстати, приехало много народу из этого города. Здесь и представители администрации Орла. Для бойцов звучат национальные гимны. И первым гимн Японии. Ladies and gentlemen, two national anthems for the fighters. And first, National Anthem of Japan. Federation.
the world. Бой санкционирован. Ну что ж, друзья, действительно, очень интересный, очень волнительный момент наступает в нашем сегодняшнем вечере, в нашей трансляции. Еще раз повторим, что Кейт Абара боксер, который очень серьезную позицию должен составить сегодня Эдуарду Трояновскому. Боксер, который, конечно, намного сильнее, чем Куэнко, с которым провел два последних боя Эдуард, когда, кстати, завоевал вот титул ABF, потому что аргентинец явно был ниже классом, просто не всегда по-спортивному вел себя, вот. А здесь совсем другая ситуация, друзья, совсем другая. Вот мы смотрели внимательно, обменивались мнениями еще до боя, смотрели бои японского спортсмена, отметили очень многое. Во-первых, он хорошо держит удар. Во-вторых, как мне кажется, он довольно неплохо на ногах выглядит. Очень хорошие ноги, очень хорошие ноги, причем сознательно все это так делается. А если вспомним бой Трояновского с Шахназаряном, когда у Шахназаряна в первых 2-3 раундах ноги были свежие, у Эдика тогда были проблемы определенные. Ну, думаем, что все-таки все это подготовки было учтено, безусловно. Представляем вам соперников и первым президента в синем углу, в трусах красных. Высокий, хорошо с дистанции работает прямыми ударами, да? Нетипичный японец, не с типичной школой Японии, потому что мы знаем, вообще в Японии очень сильно развит бокс. Множественное количество чемпионов, и сейчас вообще в легких весах. Но мы знаем стиль японца, они настоящие воины, они настоящие самураи, но это все ближе к рубке, такой, к средней дистанции. Абара боксирует в другой манере. Эдуард сам говорил о том, что мы даже где-то похожи по стилю. Такое ощущение, что его европейский тренер готовил, тренировал, может быть, с советской школой. И плюс к этому еще абсолютно самурайский характер. Абсолютно несгибаемый совершенно. Да, это всегда отличало боксеров из Японии. Он будет стоять до конца. И то, что он говорил в интервью, что он приехал сюда, чтобы выиграть этот бой, он давно хочет стать чемпионом мира. Это не пустые слова, я думаю, как обычно бывает иногда в профессиональном. Вот он таков, Кейта Абара, друзья. 29 лет, 16 боев, 15 нокаутов, одно поражение, одна ничья. Ничья в последнем бою. Поражение было в самом первом поединке. Да, поражение в дебютном бою. Это как бы не считается. Не считается, скажем так. Зато все остальные свои поединки он победил и победил нокаут. Да. Вес 63,45 килограмма. Ну, сейчас послушаем данные на Эдуарда Трояновского. На 7 лет Эдуард старше соперника. Но, правда, возраст над ним не властен. Он довольно поздно пришел по возрасту, да, к своим высшим достижениям. Поэтому находится в расцвете. Дамы и господа! Действующий чемпион мира ABF ранее в первом полусреднем весе. Ladies and gentlemen, for reigning, defending, undefeated ABF ranее light featherweight champion of the world, representing an all Russia, Эдуард Трояновский, друзья, 24 победы, 21 нокаута, 0 поражений, 0 ничьи. Очень много народу приехало из Японии, корреспонденты, фотокорреспонденты. Вообще большая команда, такая, знаете, слаженная, большая и уверенная профессиональная команда. Да. Это говорит о том, что он действительно приехал не просто так, приехал драться за титул и готов оставить все здесь, в ринге. Round
что ж, и зал сразу включается. Зал включается, боксеры пока на дистанции. И тот, и другой предпочитают вообще, любят работать на средней и дальней дистанции. Но вот каково будет сегодня? Какие сюрпризы они подготовили? Ну, как говорят многие тренеры и боксеры, когда встречаются два человека с жестким ударом, первый раунд самый опасный, потому что боксеры еще не вошли в нужный темп, да, в градус боя. Не разогрелись. Не разогрелись, и точный пропущенный удар может действительно нести в себе очень серьезную опасность. Дистанции пытался атаковать Эдуард, но вот, ответил Эдуард. У Абара такой довольно свободный стиль иногда боксирования. Он может и руки даже опустить. Но, правда, здесь я думаю, что вряд ли он будет это очень часто делать. Но, как мы уже отмечали, хорошо держит удар. Неплохо джебом сейчас доставит соперника Эдуард. Абар сказал, что, конечно, он хотел бы провести этот бой дома в Токио. Но, в принципе, на него чужой ринг особенно не действует. Вот последний бой он проводил в США и чувствовал себя абсолютно свободно. Перекрыт Эдуард, хорошо, молодец. Оба, неплохо снизу, да? В атаке Трояновский, молодец. Да. До этого видели неплохой апперкот, сейчас через руку достал соперника. Вы знаете, несколько джебов пропустил японец и пропустил, потому что стоит ровно на одной линии. Шаг назад и голову никуда не убирает, поэтому пропускает удары. И это Эдуард должен заметить. И снова попадает Эдуард, посмотрите. Правым через руку. А ведь мы отмечали хорошую работу на ногах, да, японца? А здесь он действительно по прямой все. Попал справа! И Эдуард загулял, ребята. Ну вот и японец это себя был проявил. Это был очень тяжелый удар. Внимательнее, внимательнее надо быть. Вот где опасно. Направо, направо, мы знаем, Абара бьет. Из 16 побед, 15 побед нокаутом. Усыпил немножко, да, бдительность? Очень казалось, сильно что... пропустил Эдуард. Казалось, удар до подкатывали. Самураевская хитрость. Что ж, первый раунд подходит к концу. Да, так напряженно получилось. Ну что ж, вот то, что мы видели в первом раунде, как бы подтвердило, да, все наши разговоры до боя. Трояновский хорошо начал, провел хорошие несколько ударов, но Абара как опасно ответил. Во-первых, показал, что умеет держать удар. Левый сбоку чистый пропустил японец, не шелохнулся. И потом в конце ударил всех такой правый, прямой, длинный, затяжной. И он достал. И видели, как отреагировал на него Эдуард. Да, он почувствовал этот удар. Сейчас главное не зажиматься, не пережидать, боксировать в своей же манере, насколько это возможно. Потому что японец может поймать... Кураж, видим, что готов. Попадает хорошо сейчас через руку Эдуард. Повело. Ох, сапоната вылетает. Японец падает за пределы ринга. Вот это продолжение. Японцу нужно вернуться. Да, что, он должен вернуться. Рефери должен открывать счет. Нет, нельзя выскакивать в канаты. Сейчас успевает Абара вернуться в ринг. До счета, да.
Но это один из редчайших случаев вообще в боксе. Такое, когда боксер улетает за канаты и успевает вернуться при этом. И продолжает бой. Если я не ошибаюсь, то 30 секунд дается ему. И Трайновский атакует, и в тяжелом положении рефери останавливает бой. И японец заплакал. Он этого не ожидает. Вот это развязка. Мы поздравляем, Орел, мы поздравляем Россию, мы поздравляем Эдуарда Трояновского с великолепной защитой титула. Вторая защита титула. IBF. Просто замечательно. Если вот мы вернемся к тому эпизоду, да, когда Абара вылетел. Там до этого были хорошие попадания, да, но когда он выпадал за пределы ринга, все-таки там был больше еще толчок, мне кажется. Да, поэтому он сумел вернуться. Обычно, когда от удара боксер вылетает туда, между канатов, то уже, конечно, вариантов вернуться в ринг нет. А здесь все-таки был небольшой толчок, но перед ним были сильные удары очень пропущены. И это повлияло, он вернулся в ринг, но он не был готов полностью на 100% продолжать этот бой. Ну какая яркая победа, друзья. А и зал поддерживает, и никто не уходит. А вы знаете, ведь и Трояновский, а в большей степени даже Абара говорил о том, что этот бой не продлится все положенные раунды. Он в интервью говорил, что бой обязательно закончится досрочно. Вот еще раз тот момент. Ох, как опасно, он упал вниз, конечно. Молодцы, там люди поймались. Да? И хорошо там не было, да, мониторов каких-то, да, техники. Очень опасно головой, да. Да, мы помним, как Касим Рахман по первому бою с Олегом Маскаевым вылетел, да, как улетел. Раз там, где были мониторы. И уже остановка боя. Да, вы видите сейчас Абару на своих экранах, друзья. Полное разочарование. Обычно самураи после этого харакири делают. Ну что ж, друзья, зал ликует, продолжается овация. Ну, а Александр Загорский должен все-таки сделать свою работу до конца, объявить победителя и официальный результат этого боя, когда, на какой минуте, на какой секунде. Вот уже пояс несут в ринг, потому что перед боем пояс у боксера, у чемпиона забирают. Первая защита всегда бывает очень волнительная, всегда бывает очень сложная, да, друзья? Но Эдуарду это сегодня удалось просто блестяще. Ну, на самом деле это вторая защита, потому что первая была в реванше с Куэнкой. Ну это был реванш, это так, как бы продолжение одного защита. Действия. Да. Но тем не менее, да, то есть уже официально вторая защита титула у Эдуарда Трояновского. Да. Абара расстроен страшно. Да. Нет, мы ожидали, конечно, что бой будет ярким, но все-таки, знаете, хотелось, чтобы он, наверное, чуть больше продлился. Было интересно. Нет, было очень тревожно после того, как Эдуард пропустил вот тот удар в первом раунде. Драма. Единственный удар от соперника, но он был очень чувствительным. И мы ждали, да, мы заволновались, и мы, в общем-то, были в таком непростом состоянии. Потому что была видна явная опасность, да, тревога за продолжение боя, за то, что как Эдуард будет действовать, но он сделал все блестяще. И, кстати, подтверждаются, если не полностью, то в какой-то мере ваши слова, Григорий, когда вы говорили, что в таких боях в начале один удар очень много может решить. Ну, не первый, но второй раунд, это практически тот же самый. Благодарит публику Абара. Поаплодируем ему мы тоже. Ну что ж, у каждого боксера есть нарезка лучших моментов. И момент
тем, как Абара влетает за канат и станет, наверное, особым таким в карьере Эдуарда Брайновского. Ну, завтрашнего дня просмотрите. Техническим нокаутом одержал победу и остается не знающим поражений чемпионом мира АБФ и АБУ первого в среднем весе Кёфина по тактикам нокаут and still undefeated АБФ и АБУ Lightweight World Champion of the World Эдуард Броя. 25-я победа, 22-я нокаутом, друзья. И два пояса чемпиона ценового Эдуарда. Вот они, заветные пояса чемпионов. Ну что ж, отличное достижение, великолепная победа. Огромная проделанная работа и проделанная не зря. Очень здорово. Молодец. Это первый был Хасим Рахман, который вылетел за канаты, и второй ваш соперник Кейта Абара. Я от всей души вас поздравляю вам как чемпиону, как подтвердившему то, что вы лучший. Слово. Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. Я очень рад, что доставил вам удовольствие. Кто-то второй раз это увидел, кто-то в первый. Вот. Поэтому мне очень приятно. Этот бой, хотел сказать, этот бой я посвящаю городу Орлу, в котором я живу. 5 августа, день основания города, 450 лет, у нас был юбилей. Орловчане, поздравляю с праздником! Не мог раньше поздравить, так как был на тренировочном сборе. Большое спасибо, что пришли. Большое спасибо всем тем, кто принимал участие в моих боях и вообще в моей жизни. Близкие и так далее. Спасибо большое. Ну, услышали эти благодарственные слова чемпионам. Действительно яркая, ярчайшая, я бы сказал, победа. И зал благодарит. Благодарит нашего боксера. Молодец, молодец Эдуард. Ну что, посмотрим еще раз самые интересные моменты. Итак, давайте. Боксеры перед боем. Волнительные мгновения. И вот первый раунд. В атаке Эдуард. Хорошие попадания. Нет, это уже второй раунд. Нет, это уже конец. Это уже второй раунд. Тот самый яркий, наверное, эпизод поединка, хотя это не конец, и, к счастью, здесь люди помогли избежать серьезных травм, а это уже... Да, это тот же эпизод, только с другого ракурса. Это все-таки удар там был. Да, удар был очень хороший, такой плотный. Короткий, да, снизу, в подворотах. Абара был потрясен уже к этому моменту, и потом этим ударом за канаты отправил. Вынес буквально с ринга. До свидания. И проработанная компания «Мирбокса» ждет вас на своем следующем грандиозном событии. Следите за рекламой. Ну, а это уже... Когда Абара вернулся в канаты, но Эдуард Брайновский буквально вцепился в него. Ну, посмотрите, уже здесь опустил. Он уже никак. А, ну это снова повтор. Да. Тоже, там с разных ракурсов один тот же эпизод пока показывает. Ну да, а вот это уже все. Вот это уже конец боя, где рефери сейчас вмешается. Наверное, совершенно правильно. Еще раз окончание боя. Да, жесточайшие попадания. И так в тяжелом положении находится Абара. И Брайновский добивает своего соперника, добивает претендента и сохраняет чемпионский титул. Там по камеру чиркнул головой, мне показалось. Да, Абара. Да, да, было такое.
Да, конечно, очень, очень неприятное поражение для Кейта Абары. Но все равно неплохо держит удар, да? Только пропущено. И не нокаут. Ну что ж, друзья, постепенно заканчиваем нашу трансляцию. Надо сказать самое главное еще. Сейчас по окончании этого эфира мы переключимся на бой Евгения Градовича против Асефо. Очень интересный поединок, который Евгений проводит в новой для себя весовой категории. Ну, а на этом будем прощаться, друзья. Для вас работали Григорий Дрозд, Григорий Стангрид, я Борис Хлебко. Держите удар, смотрите бокс, все будет замечательно.